Привет, это канал I Like Pet. Я Таня. Вместе с псом Максом и кошкой Соней мы отправляемся в настоящее путешествие, а значит, нужно как следует подготовиться. В этом выпуске мы расскажем вам об основных правилах перевозки животных. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал, так вы не потеряете нас и сможете постоянно смотреть видео о животных. Лето, время отпусков и поездок – самые разные уголки нашей планеты. Впечатление от новых мест зачастую очень сильно хочется разделить со своими домашними любимцами. Но чтобы добраться до заветного отдыха, нужно соблюсти все правила перевозки животных. Давайте рассмотрим их подробнее. Правило номер один. Подготовьте своего питомца к дороге. Заранее посетите ветеринарного врача и убедитесь в том, что ваше животное здоровое и в состоянии перенести поездку. Заблаговременно сделайте все необходимые прививки питомцу. Соберите пакет документов животного, которые могут вам понадобиться в поездке. Если вы путешествуете поездом, узнайте заранее, предназначен ли ваш вагон для поездок с животными. Если самолетом, купите вашему любимцу специальный билет. Правило номер два. Приобретите специальную переноску животному для поездки, если она ему необходима. Постелите туда любимую подстилку питомца, положите несколько небольших игрушек. Постарайтесь приучить животного к переноске заранее. Это место должно стать, если не любимым, то хорошо знакомым питомцу. В привычном пространстве любимец сможет менее стрессово перенести поездку. Многие породы крупных собак можно перевозить в поездах и автобусах без клетки, но с намордником. Заранее уточняйте правила перевозки вашего питомца. Правило номер три. Позаботьтесь о психологическом состоянии вашего животного. Погуляйте и поиграйте с ним перед тем, как отправитесь в путешествие. Во время поездки успокаивайте питомца ласковым голосом. Для животного подобное перемещение – сильный стресс. Старайтесь не кормить собаку или кошку прямо перед поездкой. Сделайте это заранее, за несколько часов до предполагаемого отъезда. Если вы едете с животным на поезде или автомобиле долгое время, позаботьтесь о питании любимца заранее. Возьмите из дома привычный корм для вашей кошки или собаки. Кроме этого, не забывайте давать животному в дороге воду. Для этого придуманы миски-непроливайки и специальные поилки. Таковы основные правила перевозки животных. Ну а мы отправляемся в путь. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!